Георгий, фестиваль «Песня года» существует с 71 года. И вы с Лерой Кудрявцевой всего лишь третья пара ведущих. Ты готов с «Песни года» уйти только на пенсию? Потому что с двумя предыдущими парами ведущих происходило именно так. Так сложилось, так сошлись звезды. И несколько лет назад Игорь Крутой и Алла Пугачева тогда еще вела, пригласили нас быть соведущими. И вот это продолжается уже в этом году шестой год. Поэтому вполне возможно, что мы уже надолго с Лерой. Ну, в общем-то, я не знаю, когда нас попросят уже уйти. Надеюсь, что это произойдет не скоро. В Украине теперь мы тебя будем видеть чаще, потому что теперь ты тренер «Голос Украины». Я так розумію, що тобі стане у пригоді наш підручник з української мови, який ми тобі подарували на день народження. Слушай, ну да, может быть, все это понадобится, но я пока что выучил одну фразу точно. Я хочу стати твоим тренером. Нормал? Так. Более-менее. Поэтому это я в рекламном ролике говорю. Я хочу стати твоим тренером. Ты учишь украинский язык, возможно, уже взял себе преподавателя, потому что все-таки «Голос Украины» потребует знания больше украинских слив, а не ж ты знаешь. Хочешь сказать, что Тамара Гварцетелли тоже будет по-украински говорить? Ох, не думаю. Я думаю, что... Арбенина заговорила и запела на украинском языке. То есть и от тебя мы услышим не только песню Святослава Вакарчука, с которым ты будешь сидеть рядом в креслах. Кстати, первый раз я вообще у него поинтересуюсь, что он думает по поводу того, что мы спели с Ани Лоракой его песню. Надеюсь, он нас не прибьет. Мне кажется, получилось хорошо, но, по крайней мере, мне еще ни разу не слышал его мнение по поводу нашего исполнения. А что касается заговорить по-украински, я, конечно, хочу. Я думаю, что так как я буду чаще проводить больше времени в Украине, у меня, тем более, как я уже знаю, что у меня корни украинские, так что где-то вспомнится, и как я залепечу по-украински, вам еще не остановите меня.